говорят, дешевле продали. Была распродажа. Вы разве не знали? Белые в моде, красные тоже, черные и синих модней, но дороже. Хочется мне купить все и сразу. Чайник, пиджак, штукатурку и стразы. Белого котика, тертые джинсы, шкаф, помидоры и то, что мне снится. Хочется в отпуск рвануть на Багамы. Шаль и носки для мужа и мамы. Туфли хочу с крокодиловой кожи. Машину как ту, что на эту похожа. Хочется мне, я иду покупаю. Где рассказать? Все, тогда начинаю. Привет, меня зовут Анна Юрьевна, и начнем мы сегодня с посещения новой кофейни. Продолжить программу «Тема красоты», а в заключении поговорим об уюте вашего дома. А теперь давайте обо всем по порядку. В Анапе на Пионерском проспекте уже 3 года работает кондитерская «Ваниль». А теперь для всех сладкоежек в центре города открылась кофейня «Ваниль», интерьер которой выполнен в шоколадно-сливочных тонах. Сюда приходят для делового кофе-брейка или дружеской беседы, назначают свидание или отдыхают всей семьей. В карте меню есть на что обратить внимание. Вкуснейшие сладости и десерты, приготовленные профессиональными кондитерами по уникальным рецептурам и только из натуральных продуктов. Пирожные со взбитыми сливками и ягодами, миндальные, безе, бисквитные и шоколадные, знаменитая картошка и медово-ореховые. И это только малая часть. Здесь встречаются самые разные сочетания выпечки, ягод и глазури, изысканные и достаточно простые с виду пирожные. В кофейне «Ваниль» можно отведать более 10 видов фирменных тортов. Тягучие медовые, присыпанные орехами, лилово-фиолетовые, украшенные сочными вишнями, или же торт в шоколадной глазури. Если проголодались, закажите сытные вареники, пельмени и блинчики собственного изготовления. Для каждого десерта или сытного блюда здесь предложат ароматные напитки из кофейной и чайной карты. Также в меню представлены любимые всеми свежевыжатые соки, потрясающие молочные коктейли, горячий какао и шоколад. Или, например, модный сейчас напиток смузи, который представляет собой смесь молотых в блендере ягод, фруктов и даже овощей с добавлением молока, йогурта и льда. Для всех желающих соблюдать Великий пост очень вкусная постная выпечка, которую мы непременно рекомендуем попробовать. Нахождение в кофейне «Ваниль» порадует не только вас, но и вашего ребенка. Во-первых, ни один малыш не откажется от десерта со сливками или мороженого, которое бармен красиво украсит. Во-вторых, здесь не курят. Интернет-пользователи могут воспользоваться услугой Wi-Fi. Если у вас намечается торжество или юбилей, то для вас с большим удовольствием изготовят на заказ кондитерские изделия или праздничный торт, который станет изысканным украшением вашего стола. При заказе от 500 рублей доставка по городу бесплатна. Кофейня «Ваниль» работает с 9 утра и до 10 вечера, а расположена она по адресу: город Анапа, улица Астраханская, 14. Телефоны для справок 4-31-57 и 8-918-483-99-92. Не нужно лишний раз говорить о том, какое значение для женщины имеют стройность, грация, привлекательность и красота. Для тех, кто решил изменить жизнь в лучшую сторону, в Анапе 8 марта на улице Крылова состоялось открытие женского клуба «Подиум». Теперь у всех анапчанок появилась возможность позаботиться о своем здоровье, внешности и эмоциональном благополучии. Тренажерный зал оборудован последними разработками в мире фитнес-индустрии. Упор сделан на зоны бедер, ягодиц, пресса и ног. Тренажеров здесь более 20. Занятия проходят на выбор. Можно заниматься самостоятельно или же проводить индивидуальные тренировки с инструктором. В соседнем зале представлен гантельный ряд для силовых упражнений и работы с лишним весом. После напряженных тренировок придать телу и душе бодрость можно как в душе, так и в бассейне с гидромассажем. В отличие от русской бани, требующей хорошего здоровья, сауна переносится легче, а ее терапевтический эффект также велик. Кедровая фитобочка из настоящего алтайского кедра, сохранившего свои целебные свойства, является хорошей процедурой для похудения. Забыть о депрессии, синдроме хронической усталости, избавиться от лишних килограммов и радоваться своему отражению в зеркале поможет спа-салон и услуги профессионального косметолога. Мы предлагаем здесь уходы по лицу, по телу, обертывания, антиоксидантные уходы, антицеллюлитные, насыщение кожи питательными веществами и кислородом, также уходы по лицу, известная марка французская «Мария Галант», которая входит
в пятерку лидирующих в спа-комплексе и косметологических услуг. А в этом кабинете прием ведет врач-дерматокосметолог. Его работа состоит в лечении заболеваний кожи, решении ее эстетических проблем, проведении консультаций и косметологических процедур. Кабинет полностью оснащен самыми современными разработками в области косметологии. Мы предлагаем как аппаратную косметологию, также это и инъекционная косметология, и также мы работаем на косметике, элитная косметика Natura Bisse, это испанская косметика. По поводу аппаратуры, допустим, очень хороший аппарат Maximus. Maximus делает великолепную подтяжку лица, то есть лифтинг, результат до 2 лет. У нас последнее поколение лазера Duetto. В этот лазер входит 3 вида лазера. Это микс-технология, то есть это Александрит плюс не один. В салоне красоты предлагается полный спектр парикмахерских услуг и ногтевого сервиса. Салон представляет косметические препараты немецкой фирмы Goldwell. Продукция на протяжении нескольких десятков лет зарекомендовала себя как символ высочайшего качества и надежности. К услугам тех, кому не с кем оставить ребенка на время занятий собой, игровая комната. С педагогом ваши дети отлично проведут время. Анапчанки уже в первый день работы клуба оценили его по достоинству. Придя сюда, однозначно можно на чем-то остановиться, выбрать, что вы хотите. И интенсивные нагрузки, и мягкие нагрузки, и плюс есть зона релакса, это тоже очень великолепно. Мне это очень порадовало, и очень мне все понравилось. Пребывание в женском клубе «Подиум» поможет сохранить здоровье, улучшить физическую форму, повысить жизненный тонус и просто добавить положительных эмоций. Анапа, улица Крылова, 23/2. Телефон 55980. Магазин «Неон переехал» и теперь предлагает еще более грациозные и экстравагантные люстры производства Польши, Германии и Китая. На ваш выбор предоставляются современные и классические изделия, украшающие кухню и гостиную, изготовленные из различных материалов – от стекла и хрусталя до ткани и дерева. Комната, где свет играет в бликах хрусталя, всегда будет окутана теплом, атмосферой уюта, роскоши и комфорта. А если вы поклонник неординарности, смелых ассоциаций и дизайнерских решений, то магазин «Неон» знает, что предложить и вам. Примерно определите для себя мощность освещения, которое должно заливать светом или всю комнату, или же только ее часть. Если вы еще не решили, что для вас важнее, то целесообразно выбрать люстру с несколькими режимами освещения или с возможностью приглушения его интенсивности. Современные люстры могут иметь вид как припотолочного плафона, так и подвеса. Бурное воображение дизайнеров сгенерировало огромное количество вариантов. Если вы не хотите, то большую люстру можно не использовать. Достаточный уровень освещенности обеспечат пара светильников, расположенных у изголовья кровати или оригинальный торшер. Тем, кто любит читать перед сном, следует повесить на стене у кровати бра с возможностью регулировки силы света. В детской комнате актуальными станут такие яркие светильники, а в ванную комнату установите зеркало с подсветкой. Если у вас частный дом, то, несомненно, стоит позаботиться об организации хорошего уличного освещения, чтобы по вечерам территория вокруг вашего дома была также хорошо видна. Неон предлагает несколько категорий – напольные уличные фонари, настенные фонари и потолочные. Они могут быть различными – оригинальные высокие, аккуратного среднего размера и низкие фонарики, создающие рассеянное освещение. Реальный путь к экономии электроэнергии – энергосберегающие лампы различных типов. Их тоже можно купить в магазине «Неон». Ассортимент не ограничивается и на этом. Ручные фонарики, батарейки, усилители, стабилизаторы и все-все-все, что непременно сделает ваш дом светлее и уютней. Как правильно подобрать освещение, для вас больше не будет являться проблемой или неразрешимым вопросом, ведь в «Неоне» вы можете легко найти самый интересный и приемлемый вариант. Вам с удовольствием посоветуют именно те модели, которые будут превосходно смотреться не только на страницах каталога, но и в вашем интерьере. Город Анапа, улица Заводская, 28D. Магазин работает с 9 до 18 часов, воскресенье с 9 до 15 часов.
Магазин строительных и хозяйственных материалов «Товары для дома», что на Астраханской, знает довольно большое количество людей. По крайней мере, те, кто любит и привык жить в уюте и комфорте. Здесь можно приобрести все для строительства и обустройства дома. Современные материалы для отделки и ремонта – это краски, лаки, штукатурки, а также сантехнику. Каждая из комнат в доме имеет свое предназначение и обстановку. Например, ванная комната. Это помещение слишком важное, испортить его неудобствами нельзя. Именно поэтому, приобретая товары для ванной, стоит отдать предпочтение функциональности и стилю. Магазин «Товары для дома» позволяет выбрать и раковины. Интерьер ни одной комнаты в доме не будет законченным без освещения. Для зала подойдет люстра или подвесной светильник. Такие товары для дома могут быть выполнены из хрусталя или стекла с применением кованых элементов. Можете не сомневаться, переливающаяся и поблескивающая роскошная люстра станет достойным украшением. Магазин «Товары для дома» взялся разрешить еще одну непростую задачу – сделать уютной вашу кухню. Для этого здесь открылся новый зал. Вас приятно удивит огромный выбор посуды российских и зарубежных производителей. Посуда из фарфора и хрусталя, чайные сервизы, салатницы, тарелки. Целые наборы посуды помогут не только в приготовлении пищи, но и украсят интерьер кухни, придадут ему особый шик. По желанию вам помогут составить подарочные наборы, их красиво оформят и упакуют. Новинка магазина – посуда с олимпийской символикой. Заметим, что это официальная продукция. Для каждого вашего кулинарного творения должна быть достойная оправа. Кто-то предпочитает посуду с тефлоновым покрытием, кто-то эмалированную, а кто-то изделия из чугуна и стали. Большим спросом пользуются кастрюли производства Сербии. Здесь же маленькие, незаметные в повседневной жизни помощники. Это всевозможные лопатки, венчики, разделочные доски, толкушки и терки. Основное преимущество нового зала – это возможность приобретения необходимых товаров для вашего дома самого разного назначения сразу в одном месте. Как говорится, все под рукой. Здесь удобные полочки для прихожей, предметы для уборки вашего дома, а также все, что нужно для удачного пикника. И все это по довольно привлекательным ценам. Каждые 10 дней в магазине действуют скидки на различные виды товаров. Как нет двух одинаковых людей, так и не бывает абсолютно одинаковых домов. Украшайте свой быт вместе с магазином «Товары для дома», который расположился по адресу: город Анапа, улица Астраханская, 84, рядом с агрокомплексом. Ну что ж, настала пора прощаться. Мы увидимся с вами в среду, 19:45. Также наши выпуски можно посмотреть на сайте anaparegion.ru. С вами была Анна Юрьевна. Пока!